Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на GG Drop. С нами сегодня будет Егорчик, а.к.а. Зус, а.к.а. 1337, как хотите его называть, я его буду звать Говнодау. Егор, привет. Заебись, всем привет, мои лодоманы и любители Open Case, ребятки, привет. Напросился я к Семену видеоролик, потому что хочу посмотреть, как сливаются чужие деньги, а не мои, поэтому давай, я внимательно смотрю. Ну, если быть честным, я до этого времени слил 25 тысяч и сейчас еще 16-15 закинул. Что ж, будем смотреть, что GDrop будет показывать. Но я думаю, 25 тысяч, которые были задепаны до этого момента, не оставят просто так данный сайт. И хотя бы 1040, может быть 30 он нам сегодня покажет. Обязательно, если ты захочешь пополниться, Семин реферальный промо вот сюда вот вводишь. Лупоп 11, дает тебе 11% пополнения. Егор, знаешь, что мне скажи, милый мой друг? Ты далеко долетел вот на этих ебучих драконах? Ну, зайди. Куда зайти? Больше 150 тысяч, точно. А ты в курсе то, что больше 150 тысяч, оно обнуляется? И опять все заново? Почему нет? Да, после последнего... Нет. Да, после последнего дракона, после 250 тысяч, я уже до туда добирался. А, так я до 250 не доходил. Оно все нахуй обнуляется и становится все заново, блять. Так я даже не доходил до 150 тысяч, чтобы ты понимал. А ты доходил? Да, я дошел, и вот, ну, видишь, уже заново попиздил. Пиздец ты, Василий, блядь. Сколько ж надо проебывать, блядь. А что ты по 2500 яйцо крутишь, есть же за 7? Ты что, по-бедному? Потому что до 100 тысяч нужно добраться, а за 7 тысяч сейчас купишь, и он быстро слишком долетит до 100. И будет обидненько. Весь потенциал свой не раскроет, понимаешь? А, нифига ты какой экономный максимально. Я даже об этом не думал никогда. Ну, допустим. Будем знать в следующий раз. Точно, слушай. Поэтому мне кажется, он больше прилетает, нет? Допустим, там 103 тысячи было бы. Нет. Или ты хочешь сказать, что у нас вот 100, вот ровно 100, вот как сейчас топнулся, видишь? Ровно на 100 тысяч. Ну, 1000 рублей, кстати, ни хрена себе. Неплохо. Только на 100 тысячах, только на финальных. Как ну, оно? Слушай, я могу сказать, да, что действительно ивент, который они выпустили, он достаточно прикольный, но выплаты с бонусов, правда, маленькие. Допустим, ты пополняешь на 7000 рублей, тратишь яйцо за 7000 рублей, и в итоге получаешь скин за 200 рублей. 193. Я считаю то, что... Да. Ну, 193. Я считаю то, что как минимум, если есть какая-то халява, она должна отдавать до 10% от суммы депозита. Допустим, если ты задепл 7000 рублей, то бесплатные, не то что кейсы, а вот бесплатная хрень, которая вообще доступна на сайте, должна давать хотя бы 700 рублей. Ну, или хотя бы 350. От 5 до 10%. 350. Ну, кстати, ну, видишь, блин, я такие скины даже и не ловил, слушай. Мне прям вообще как-то по-бедному, по-нищему падает, так что... Хорошо, и есть у тебя знает. На джидропе кейс, который прям пиздец тебя постоянно окупает? Слушай, конечно, есть закаленный в боях кейс. А, ну самый да. Самый мой любимый кейс. А, ну да, да, имба да. Просто максимально. Да, не, реально, оттуда падает пушки с 3 до 30 тысяч рублей. Мне максимум попробуй. Все, что отсюда падало, это перчатки. Вот эти вот за 32 тысячи рублей. Это максимум. И ты еще выпендриваешься. Ты что, гонишь? Мне кажется, мне даже столько не падало. Ну, Bloodsport 100% покупает, да. На открытие Bank 14500. Давай еще. Ну, давай еще. Пока, ладно. Как говорится, не обоссыт. Не обоссыт, да. Просто я уверен, что здесь явно лежат какие-то жесткие-жесткие скины. Ну, новая Фуксия, все, можно, в принципе, уходить из данного кейса. Ну, одна окупила явно, и... денег не стоит, но 5 тысяч. Окупила и забрала. Вот так вот можно ну, да, сказать. Да, плюс мой любимый кейс это вот магический. Он вроде как бы и не окупает, но на большую перспективу я открываю их по 15, по 20 штук за ролик. И как бы, ну, 3 ничего, а может просто взять и насыпать 9 тысяч рублей. 10. Ну, ладно, да, такое может быть. Ну слушай, они же еще по цене всегда отличаются. Мне кажется, когда кейс стоит максимальную свою цену, там 3200, 3300, то тогда он, в принципе, неплохо реально выдает. Когда кейс максимально... как сказать, садиться по цене, значит, в кейсе ничего интересного нет. Я один раз его открывал за 4500 рублей, мне он выдал 200 рублей. Ну, тоже было. 200 рублей, ну, я помню, я черный кейс стоил по 30 рублей. Вот самый первый кейс. Он стоил там от 30 до 120 рублей, грубо говоря. Инфляция, все дорожает, нахуй.
Да, доллара зависит, бля, как обычно все. Ладно, кейс хайп нам выпал бесплатно. Давай его откроем поскорее. Ну ладно, на 17 тысяч хотя бы держит. И на этом большое спасибо ему. Хотя бы немножечко держит. Ну нет, ты же вроде не продавал скины, нет? Все продал. Все продал. Все продал. Окей, просто не заметил. Хорошо. Так, да? Да, то есть ты же контракт сделал. Да, да. Так, пусто. Давай, вот мне еще нравится вот этот вот. VIP Colors коллекция. Так скажем. Ну давай черно-белую тогда. А, ну не, да. Ну что ты красный? Ну что ты по-бедному ходишь, я понять не могу. Надо открывать кейс с алыном. Да-да, нет-нет. Я понял. Дикое ну, пламя. Плюс сколько? Полторашечка. 7000 рублей. Нормально. Давай черно-белый, ладно. Так уж и быть. Если я купила, давай. То если, давай черно-белый. Если, допустим, за 20-ки открываем кейс поношенная. Она забыла. Она, если сейчас окупит, она может за официально... Ну, типа, если окупает, да, на косарь, все, кейс поношенная. Обожаю этот кейс. Самый имбовый кейс в этой жизни. Ну, Азимов, скорее всего, стоит своих денег. Нет, не стоит, к сожалению. Видимо, какой-нибудь поношенный, либо закаленный бояр. Ладно, еще один разочек еще откроем. Да, не так сильно подсыл на полторачку, поэтому можно еще раз рискнуть. Почему бы нет? Я думаю, сейчас открытие будет неудачное. Сарекс явно... Да, не, 12? 12, ни хрена себе. 20 тысяч рублей. Откуда они берут эти цены с потолка? Не знаю. Давай, не, давай, подожди. Хорошо, давай, давай, кейс поношенный. Давай, кейс поношенный. С этого кейса падает трешка, вообще спокойно падает трешка. Мне, типа, и полтора рубля падало. Я, это мой самый нелюбимый кейс. За полтора рубля падало? Вот, по желанию, надо за полтора рубля мне отсюда падало. Ну, кстати, Булик по-любому покупает. Нихуя не покупает, 15 тысяч рублей. Ну, бывает и такое, почему бы нет? Ну, давай на закаленных боях кейс вернемся. Он нас очень сильно сейчас может подъебать, реально. Просто не, надо дойти до кейса хотя бы за 1060, там, до немного поношенного, или хотя бы после полевых. Ну да, 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 хорошо, ладно. Поток информации за... Ну, поток информации, может стоить 10 тысяч. За ноль, да. Ну, видишь. Еще один раз. Типа ничего не потратил, грубо говоря. Дадим шансу. Давно, кстати, фэш спины не падали. Прикинь, вот сейчас... Так, сейчас бы, блядь... У меня немножко задержка, так что окей. Ну открой, что, пока вот не обоссать. Вот трешку ставит, все, уходим. Да, тут мы не сможем открыть его больше, если трешку поставит. Ну вот поэтому уходим, я за это и говорю. Посмотри, топливный инжектор, ну 100% должен покупать. 22 тысячи рублей. Сюда его просто. Слушай, можно вернуться на кейс поношенный? Поносим. Нет желания. Ну я хочу прям по жестким кейсам пройтись. Ну, прям вот реально, типа, дойти сейчас. Ну, ладно, давай. Если с этого кейса упадет что-то жесткое, открыть кейс 1040, и тогда можно и подвывести уже скинчик, который там будет. Ну, легенды фальшн. Но легенды вряд ли, хотя. Плюс 2. Блин. Ну тогда еще раз, получается. Ну давай. Но нам нужно 40. Давай. Ну, давай. У меня по задержке 5, может 3-4, не знаю почему так. Так что. Антитеррас. Если тороплюсь или. Ну, антитеррасы, подожди, тоже стоит денег. Нет, 14 тысяч рублей всего лишь. Ну, ну ладно, блин, на еще один хватает, на еще один хватает. Давай, поехали. Давай еще, да, давай еще. Я думаю, если даст, то даст. X2 можно спокойно выдать, просто спокойно. Кровяное давление, сколько оно стоит? Бля, вот они дешевые, 1013. 17,5, ну почти. 17,500, ну давай еще, давай еще. После двух сливов 100% будет окупать. Похуй, давай, ехала, почему нет? Ну не даже тебе сейчас 5000, правильно? Удар тигра, вот это, кстати, дорого может быть, реально. Это, кстати, может стоить денег, да. Ой-ой-ой-ой-ой, 37,5 тысяч. Слушай, а вот почти хватает на кейсик за 40. Бля, на самом деле я бы, наверное, подвывел, ну ладно. Если уж кейсик поношен... Да нет, давай рискнем. Ну я не верю, что кейс за 40 обоссыт. Вот так. Давай бесплатки, да, откроем. Вот это вот откроем сейчас. Бесплатки откроем. И откроем кейс с ракет. И все, что оттуда... Ну, не все, что оттуда выпадет, а вот если оттуда выпадет что-то нормальное, то вывод. Если что-то херовое, то, возможно, там замена и тоже вывод. Ой, бля. Кейс после половых испытаний. 40 тысяч рублей. Давай. Полетел. Полетел. Открывается. Погнали. Пожалуйста. Ну, я надеюсь на 1050... Блять, ну с натяжкой сколько? 33. Ну 33, слушай, ну не так плохо, как могло было быть, но мне кажется, все равно данный скин не заслуживает вывода. Какого он качества? Бля, ну кстати, это не закален. А, он статрек. К сожалению, нет. Да, мимо. К сожалению, нет. Статрековские вещи, к сожалению, мимо. Ну ладно, мы можем еще элитный кейс открыть, бесплатный у нас есть. Давай, давай. Четверик даст, будет вообще шикарно. Если нет, тогда попробуем где-то разбуститься в другом месте и еще раз открыть. А, механ. Хот-рот? Бля, я думал, хот-рот так подлагал, пиздец. Я уже охуел. За 2000 рублей.
Ну, 2000. Слушай, двушку надо мутить, открой. Но спад точно ничего интересного не упадет. Почему? Почему? На 2000, я думаю, может упасть. Мы сейчас просто пролистаем их вот так вот быстренько. Чик-чик-чик. И золотой посмотрим, кстати, конечно же. Самые мои любимые кейсы серии 7 ключей. Прям обожаю. Самые имбовые. Типа нигде нет такой халявы, как здесь. Всего лишь за прокрут на сайте. Ну, у остальных сайтов на самом деле... Но я считаю, что надо добавлять кейс за 1 миллион. А, ну да, ну, прокрут на 1 миллион. Прокрута на сайте. Потому что нулям, ну если прям ролик такой затяжной, с депозитом там хотя бы в районе 15 тысяч рублей, ну я уверен, то, что мы лям прокручиваем. О. Ну просто уверен. Есть 40 тысяч. Хорошо. Ровно со ракет. Ровно со ракет. Кейс после половых испытаний. Полетел еще разочек у нас. Хорошо, все, смотрим сюда. Лови, Макс Вин, нахуй. Ебать, 4 поверхностных закалки просто подряд. Бля, ну они не окупают вроде здесь. Ну да. 30, какого качества? Опять же, наверное, статрековская. Ну, чек не ради интереса. Да, бля, говно. Поношенная статрек. Щепоношенная. Пошла нахуй. Слушай, опять на град бустит. Ой, дракона кейс. Бустит бывает часто. Вот эта хуйня может стоить 7 тысяч рублей. Мне она самому лично за 7к падала. Ой, еб твою мать. Еще минус 4. Сейчас минус 4, ладно, можно. Ну, давай сделаем контракт и апгрейд. Апгрейд надо делать на 16. А, ну да. Будет возможность. Ну да. Ну, попробуй поставить. Попробуй. Мало ли даст. 16 тысяч. Бейнк. Ну да. 20%. Кстати, летит. Не-не-не. Ну да. Не летит. 24 тысячи. Давай кейс поносенный. Да, я тоже об этом подумал. Кейс поносенный и все. Да, нет, просто. Давай поношенный кейс. Поносенный кейс, да, вот он. Пустынный повстанец за 8 тысяч рублей. Отлично. Ну да, ставь апгрейд, чё. Нет, я хочу по-другому. Я хочу магический кейс на все открыть. Кстати, нет, потратился баланс. Я думал, баланс выпал просто. Просто на все сейчас открою магический кейс. Кстати, вот он. Вот он как может ставить. Просто, блядь, десятка на ровном месте. Почти десятка. Ай, бля, можешь же, когда хочешь, ебаный бро. Уайя, блядь, два подряд, охуенных, хорошо. Неплохо. Это прям, бля, ну вот такие бывают, да, залетные ребята. Ну это тоже залетный парень, правильно. Я тут недавно с него 150 рублей упало, я вообще охуел, я первый раз такой дроп увидел. Не, он, никогда, кстати, так не ставило. Забэкает, я тут. Кстати, неплохо, слушай. А мы не сможем даже, наверное, все. Ну да, 24 тысячи просто. Давай контракт просто all-in сделаем. 24 тысячи. Бля, давай, очень давай, дорого. Давай. Бабах, нахуй, 6. Ебать. Слушай, ну ставь на... Вот так вот сейчас давай, еще поставим. Еще один. И поставим апгрейд. Бля, давай 30-ку просто. Верни. Верни, что съел. Ну, 15. Ну, 15, слушай, неплохо. Давай до 40. Ставь на 40. Да, до 40, чтобы давай, можно было бы кейс открыть, если что. 40 тысяч рублей, нож убийства, 31%. Что ж, поехали. С вас обязательно, мужики, лайк. Подписка на канал, конечно же, комментарий, какую мы хуйню кстати, творим. Изи. Слушай, а он не статтрековский, обычный? Не, обычный. Ну да, вот я думаю, может быть, ну нахуй этот кейс поносенный. Какое качество? Мне кажется, немного. А, прямо завода. Я, кстати, бы подсейвил даже, наверное. А подожди, мы можем еще на 1200 пацанам скин на розыгрыш сегодня выбить. Я всегда так делаю, поэтому... Пламя дракона кейс, сверхновая. Ну да, выбили. Ну, по скинам, да, такой. Ну, откручивай за 70. Я за 70 и сделаю контракт. Вот так, 636. Последний, кстати, контракт окупил, поэтому, возможно, это тоже окупит. 500. 500 не окупил. Давай на 1200 попробуем. Не на 12, на 1200. Выберем, ну что? Ну, давай не унуарчик, юсп. Правда, он тут как будто из жопы доступ. 36% шанс, и он, к сожалению, наверное, не залетит. Хотя... Не-не-не. Скам. Ну, значит, без конкурса. Нет. К сожалению, нет. Когда вывод, Сём обязательно делает конкурс. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на скинчик за 1500 рублей из Сёмина инвентаря, тебе нужно быть просто подписанным на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарии, собственно говоря, из которых я и выбираю. Что ж, а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Всем пока.